Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие подписчики. Сегодня я решил снять видео, как можно отточить цепь от бензопилы. У меня есть такая бензопила, Кубань называется, она почти новая, работает тоже идеально, заводится с полоборота, ну и проблем никаких, я лично не чувствую, работает все прекрасно. Свои функции, самое главное, выполняет. Что у меня случилось? Когда я пилил, оказалось, там то ли гвоздь была, то ли проволока металлическая. Я так и не понял, что там находится. Появились искры. Когда пилим, вот здесь у меня цепь, если вы видите. Сейчас покажу. Вот здесь небольшие испорченные места есть. Видите, цепляется. Тут должно, вот не должно цепляться. Вот как здесь. Не должно вот так гладко должно быть. А тут цепляется. Видите, цепляется. Когда я пилил, вот этот гвоздь или проволока, она цепь испортила. Для этого что нужно делать, чтобы его исправить? Тут имеется только два варианта. Или нужно его исправить, или купить новую цепь и поставить. Новую цепь я покупать не буду, потому что у меня это и так была новая. Недавно только купил бензопилу. Я постараюсь его исправить. Пока я начал его точить напильником, что я сделал? Взял нитку, ну любую нитку, взял, и вот здесь сделал отметку. Где-нибудь вот возьму и привяжу. Сюда пускай будет. Здесь ровная, наверное, вот. Возьму и привяжу. Так. Вот, это у нас отметка. Я сейчас уже знаю, откуда я начну и где я закончу. Дальше. Разницы нету, я хоть отсюда туда пройдусь или отсюда сюда. Как вам удобно. Для этого, чтобы верхнюю часть, где цепляется, вот эту верхнюю часть, где у нас цепляется, убрать, я взял вот такой напильник, плоский. А чтобы его точить, имеется вот специально такой напильник, он у меня в комплекте был. И на продаже тоже имеется. Тонкие. Такие напильники бывают и толстые, и бывают тонкие. Толстые напильники это для старых бензопил. Или если зубцы большие здесь находятся. А тонкая для таких маленьких бензопил. Дальше. Давайте я сперва исправлю верхние части. Так, поставим, чтобы видно было. Проверяем вот здесь. Цепляется, видите? Цепляется. Раз. Вот отсюда начну. Вот здесь цепляется немножко. И уберу эту сторону. Отсюда эту сторону вот так вот делать. То, что цепляется, уберу. Это есть. Аккуратно. Сильно убирать не надо. Надо походить 1-2 раза и проверять, цепляется или нет. Вот не цепляется. Дальше здесь нормально. Здесь нормально. Дальше пошли.
Это мы уже делали. Вот, дошли. Желательно, когда проверяют, ногтем проверяйте. Ногтем лучше цепляется, чем от кожи. Пальцем проверять. Намного лучше чувствуется. Сейчас эту сторону уже сделал. Эти зубцы, с этой стороны находишься. Сейчас еще один круг намотаю, с этой стороны находишься зубцы. Чтобы удобно было, переставлю так местами. И сделаю с этой стороны зубцы. Эту сторону тоже закончили. Вот у нас нитка привязанная. Вот. Все, здесь аккуратно все проверил. 3-4 зубца были вообще не задевшие. А остальные все испорчены были. Дальнейшие наши действия. Берем напильник. Аккуратно. И вот то же самое от привязанные нитки, идем в одну сторону, или в ту сторону, или обратно. Разницы нету, где здесь начинаем, здесь примерно заканчиваем. Или здесь начинаем, здесь заканчиваем. То же самое, сперва одну сторону надо точить напильником, а потом повернуть бензопилу и обратную сторону, в другую сторону. Сейчас как мы это делаем? Есть разные способы. Можно вот так прямо проводить. Вот так. Вот так. Желательно напильник должен ложиться в том направлении, вот здесь, которое имеется направление, в этом направлении должен ложиться. Не надо вот так делать, так делать. В этом направлении так прямо ни в коем случае нельзя. Если мы так начнем его точить, она затупится, испортится. Вот острая часть затупится. А если чересчур в этом направлении, то она не наточится. Просто с этой стороны находящейся железка будет тонкая, она наточится. Из-за этого эта сторона нам не нужна. Нужно аккуратно посмотреть. И в этом направлении проходить вот так. Или есть такой направление, этот полос. Или вот так берем, так крутим. Так тоже хорошо точится. Вот так. Берем аккуратно, ставим сюда. И вот так крутим. Пальцем так крутим. Ставим, крутим. Ставим, крутим. И ни в коем случае не надо назад его затягивать. Вперед толкаем и вытаскиваем. Вперед толкаем, вытаскиваем. И еще один метод. Это можно поставить шуруповерт. Его шуруповерт. И шуруповертом вот так крутить его и пройти. Крутить и пройти. Тоже так тоже можно. Сейчас я взял шуруповерт, поставил сюда напильник. Сейчас попробую напильником, если шуруповертом, если точить, то намного легче, удобнее и лучше. Вот как мы это делаем. Сейчас вот здесь я наточил уже,
Вот этот зубец. Этот тоже наточил. Получается, следующий идет вот этот. Вот этот. Как я это делаю? Так возьму. Шуруповертом можно регулировать обороты. Аккуратно вот так ставлю. Смотрю направление зубца. Аккуратно. Вот так. И кручу. Все, даже готово. Дальше пошли. Одну сторону закончил уже, вот нитка у нас. Сейчас сделаем другую сторону. Так, повернем лензопилу. Тот же самый процесс, только с этой стороны. Да, этот весь момент уже снимать не буду. Закончу, потом включу. Вот здесь у нас нитка, здесь находится. Я начну отсюда. Эту сторону тоже делаю. Последнюю делаю. И здесь у нас нитка. Вот эту нитку сейчас уберу. Здесь сверху тоже не уравнили. Цепляется. Сейчас уравнил. Сейчас пройдусь по одному. Вот так можно точить цепь от бензопилы. Из всех трех способов мне больше понравился. Шуруповертом. И удобно, и быстро получается. И качественно даже получается. Сейчас проведем небольшой тест. Посмотрим, как мы наточили. Thank you.
Ого!